and I go hard at each other like we're going. Из-за новой волны вируса наш выпускной отменили. Я ревела, обнимала платье, сушила его от своих слез. Мне позвонила староста. Она спросила, готова ли я к выпускному. Я спросила, где. Староста сказала, в ноутбуке. А я и забыла, что сегодня выпускной онлайн. Я взяла пожрать, достала букву и умирала со скуки. Пока староста не предложила мне прочитать поздравительный стих. А я и забыла, что должна была подготовить какой-то стих. Ай, ладно, прочту, какой знаю. Те, кто водят хороводы, хороводоводы. Кто изучает хороводоводов, хороводоводоведы. Кто обожает хороводоводоведов, хороводоводоведофилы. Сегодня ко мне пришла Лира, дочка нефтяника, и сказала, чтобы я выручала ее. Я сказала, что я не палочка-выручалочка. Лира дала денег. Я спросила, что нужно делать. Лира кинула мне ребенка. Сказала, что ты ее сестра, и нужно посидеть с ней до вечера. Я сказала, что не умею сидеть с детьми. Лира сказала, она беспроблемная. Я осталась один на один с малышкой. Она капец орала. Я принесла ей попыты. Сказала слайм. Дала единорога. Два единорога. Она все равно орала. Егор Крид посоветовал покормить ее. Тогда я включила песню. Малая замолчала. Я ставила ее на повтор. А вот и Лира вернулась, но вдруг малая начала петь. Может, меня можно пугать, ха-ха. Папин пистолет в кармане, шуба, плащ и сапоги. Да, подруга, приезжай, тут очень классно. Тут так хорошо дышится, такой прикольный лес. Ага. Хорошо, Лизка, а скажи, когда у вас набор будет? Послезавтра еще будут набирать группу. Ну все, я тебя жду, давай. Угу. Ладно. Пойду отпрашиваться у мамы. До связи. Доча, положи на место, я смотрю. А мам, ну ты же лежишь с закрытыми глазами. Ну и чё? Я слушаю. Ладно. Слушай, мам, а ты не отпустишь меня в летний... Положи на место. Ладно. Сегодня я заметила, что песня Simple Dimple и дурацкий тренд заколебали меня. Нужно выкинуть эту тупость из головы. Пыталась отвлечься, но тут зашла мама. Сказала, чтобы я прибралась. Придут гости. Я спросила, поставили ли они прививку. Вирус сейчас меня очень беспокоит. Мама сказала, если я не уберусь, то меня будет беспокоить не вирус, а ремень. А вот и тетя Люся пришла в гости со своими бровями. Я уже собиралась свалить, как тетя Люся сказала, что купила для детей Simple Dimple Puppet Squish. Simple Dimple. Simple Dimple. Роскомздрав не запретит. Simple Dimple. Simple Dimple. Simple Dimple. Simple Dimple. You and I go hard at each other like we're going. Сегодня ко мне подошла младшая сестра и сказала, что ей скучно. Я сказала, чтобы она прыгнула с балкона. Там весело. Сестра попросила, чтобы я поиграла с ней. Я сказала, не буду. Заглянула мама. Я сказала, всегда мечтала поиграть. Сестра достала какую-то фигню. Спросила, что я дам за такой попыт. Я сказала, что это не попыт. Сестра сказала, что она сейчас позовет маму. Я сказала, окей, дам ей носок. Сестра сказала, принимает. Что за тупость? Сестра сказала, на что я дам за сгущенку. Сгущенку? Откуда у нее сгущенка? Я сказала, что отдам Simple Dimple. Сестра сказала, добавляй. Я сбегала в комнату, забрала все антистрессы. Сестра сказала, добавляй айфон. Вымогательница. Все были довольны. Собиралась уже жрать. А где моя сгущенка? Для торта. Привет. Ну что, приготовим шоколадный попыт? Потому что этот, увы, невкусный. На самом деле это все очень просто. Нам понадобится шоколад. Но это логично. Кипятим наш резиновый попыт. Шоколад ломаем на дольки и кладем в чашку. Эй, давайте быстрее там пошевеливайтесь. Ну а чашку в микроволновку. Горячий шоколад заливаем в форму. Можно в ячейку добавить все что угодно. Орешки, мармеладки. Я это все не люблю. Ну и оставляем попыт на ночь. К утру он хорошенько застынет. Аккуратно вытаскиваем его из формы. Я делала уже второй раз. Первый раз я его сломала. И было некрасиво. Пришлось переделывать. И вот такая вот штука у нас получилась. Согласитесь, забавно. Ну, я пошла жрать.